Появляются пятна от этих цветов фиолетовые. We have a lot of experience. Я уже имею обширный опыт. So you remember the obstacles that we conquered yesterday? Помните, какие же препятствия мы одолели вчера? Yes, everybody remembers? Все помнят? The obstacle of speech and action. Это препятствие в речи и в действии. And speech about materialistic things was compared to a prostitute. Разговоры о мирских делах были сравнены с проституткой. Speaking about liberation compared to a tigress. Разговоры об освобождении с тигрицей. And bad actions like ropes around our neck. А дурные действия – это веревка вокруг нашей шеи. Being pulled by lust and his friends. И нас таскают за собой вожделение и его друзья. So our cure for speech was to have this jewel of the loving service of Vrindavan. И лекарством для нашей речи является драгоценный камень любви. And our cure for the bad actions was to have the protection of the police officers. Лекарство от дурных действий – это иметь полицейских на нашем пути. Those who are the devotees of the killer of Baka. Это преданные убийцы Баки. And then we had the question, isn't that the end? И у нас был вопрос, и на этом конец? And I think for many devotees, they think that is the end. Я думаю, что многие преданные считают, это конец. You are now a devotee in good standing. Вот теперь я такой уверенный, преданный. All your actions are good. Все действия хорошие. Transcendental sound. Трансцендентный звук внутри. Following Rupa and Sanatan. Следуем за Рупой и Санатаной. Being patient. Терпеливы. Worshipping Lord Chaitanya and Guru in the proper way. Поклоняемся Господу Чайтанье и Гуру должным образом. Being Krishna's agent. Агента Кришны. Not dharma or adharma. Никакой дхармы или адхармы. Giving up pride.
отказались от гордости, making an effort, делаем усилия, having love for the holy name and the mantra, имеем любовь к святому имени и к мантре, process of surrender, к процессу предания, all levels of devotees, все возлюбленные преданные, holy places, святые места, and the guru. И любим гуру также. What more could there be? Что же еще может быть? I'm properly situated. Я нахожусь в нужном месте. Мое положение правильное. What do you think? Как же вы считаете? Do you think there might be something more? Думаете, может быть что-то еще? Raghunath Das Goswami asks, what about the mind? Рагхунатх Дас Госвами спрашивает, а что же, как же ум? What do you want? Чего вы хотите? Are cheta prodya ka pata kutinati varakara sharanu tresnatva dahasi katam atmanam apima saratvam gandharva girihara para prema vyasat suram bodhyasnatva tvam api nitaram mam chasukaya. О негодный ум, почему ты сжигаешь себя и меня, душу, купаясь в моче, сочащейся из огромного осла, лицемерия и двойственности? Вместо этого ты всегда должен купаться в океане любви, исходящей из лотосных стоп Шри Шри Гандхарвика Гиридхари, доставляя таким образом радость себе и мне. So the last verse was about deceiving others. Последний стих говорил об обмане других людей. And this is about deceiving ourselves. А этот стих о самообмане. We're following the process of bhakti. Мы следуем по процессу бхакти. Our enemies are dead on the side of the shining path of bhakti. И наши враги мертвы на нашем сияющем пути бхакти. And we think, I'm getting clean. И мы думаем, я очистился. I'm getting purified. Я становлюсь чище. And Raghunath Das Goswami says, you need to look up. И Рагхунатх Дас Госвами говорит, вы должны взглянуть вверх. What is the shower you are taking? Какой же душ вы принимаете? Maybe it is the backside of a very big donkey. Возможно, это задняя часть огромного осла. This is not my analogies, this is Raghunath Das Goswami analogies, don't blame me, please. Пожалуйста, не вините меня, это не мои аналогии, это Рагхунатха Даса Госвами. How do we know we are bathing in donkey urine? Как же мы можем понять, что мы просто купаемся в ослиной моче? Raghunath Das Goswami says it burns. Рагхунатх Дас Госвами говорит, она жжет нас. You're doing bhakti, but inside you don't feel satisfied. Вы занимаетесь бхакти, но внутри вы не удовлетворены. There's this burning dissatisfaction inside. Такое горячее неудовлетворение внутри, жгучее. So how do devotees generally respond to this problem? И как же обычно преданные отвечают на эту проблему? Well, some of them decide, I guess bhakti doesn't work. Некоторые решают, но, наверное, бхакти не работает. I'm following everything properly. Я следую всему, как надо. But I'm not getting the results mentioned in the scriptures. Но у меня нет результатов, упомянутых в Писаниях. So I will quit. Так что я все брошу. They go back to the thieves and the prostitute and the tigress. И вернусь к ворам, проституткам, тигрице. They either stop following completely or partially. Преданные либо полностью прекращают практику, либо частично. Some people become resigned. И... Accepting.
Некоторые люди смиряются с этим, принимают. They just say, I guess this is as good as it will be. Они думают, ну, наверное, лучше уже не будет. I guess this is it. Наверное, вот так оно. Maybe when I die, there will be some miracle. Возможно, когда я умру, случится чудо. And at least for now, I can get some prasad. Но, по крайней мере, сейчас я могу получить какой-то просад. And some people become very angry at others. И некоторые люди становятся, начинают злиться на других. They think if I'm following the process of bhakti, but I'm feeling so dissatisfied, it must be somebody else is doing something wrong. Они думают, ну вот если я следую по пути бхакти, но у меня нет удовлетворения внутри, наверное, кто-то еще делает что-то неправильно. They will often blame the ISKCON leaders. Такие люди часто винят лидеров ISKCON. Or their family members. Или членов семьи. I get long emails from people saying, I cannot be Krishna conscious because of my wife, because of my husband, because of my child. Люди пишут мне длинные имейлы, я не могу быть преданным из-за моей жены, мужа, ребенка. Bhaktivinoda in his commentary has a detailed analysis of this problem. И в своем комментарии Бхактивинода Такур приводит детальный анализ этой проблемы. Now it's interesting both in his commentary and in his song on this verse. He says that we are charmed, we are attracted by this donkey urine bath. И интересным образом он говорит в своем комментарии, в своей песне, что мы привлечены, мы зачарованы вот этим душем ослиной мочи. In other words, we think it is very nice. Другими словами, думаем, что это приятно. Now, as we are going through all these specific examples, и вот по мере того, как мы изучаем эти разные примеры, I want you to try to think about what they all have in common. Я бы хотела, чтобы вы задумались, что общего в них. What is the same about all of them? Что общего во всех этих примерах? So Bhaktivinoda talks about three different categories of sadhakas or spiritual practitioners. Бхактивинода Такур говорит о трех типах садхаков или практиков бхакти. And how they can each be bathing in donkey urine. И как каждый из них может принимать вот такой душ из ослиной мочи. I do find that these are not exclusive. In other words, any of these could also apply to any sadhaka. Я думаю, что они не исключают друг друга, то есть каждый пример может быть применен к другим типам садхаки. So first Bhaktivinoda talks about the Swanishtha sadhaka. Сначала Бхактивинода говорит о Swanishtha садхаках. These are people who are not in a renounced ashram. Это люди, не ведущие отреченный образ жизни, не отреченный ашрам у них. And they are just doing bhakti. И они просто занимаются бхакти. So here we've illustrated that Radha and Krishna are maintaining them directly. И здесь вы можете видеть на картинке, что Рада и Кришна непосредственно поддерживают их. So they bathe in donkey urine when in the name of service they simply want to enjoy their senses. И во имя служения они просто хотят наслаждать свои чувства. Вот таким образом они омываются ослиной мочой. This one is a very common problem. Вот это очень частая проблема. And it can become institutionalized. И она может быть возведена в рамки института. This is when we serve people who are wealthy or influential. Это когда мы служим богатым, влиятельным людям. And we neglect the humble devotees. И мы игнорируем смиренных преданных. So after my mother died, I got a little inheritance. После смерти моей матери я получила небольшое наследство. And I gave it to one temple for their goshal. И я пожертвовала его одному храму для гошалы. Then the next time I visited them, they gave me garlands and maha and kirtan. И в следующий раз, когда я приехала туда, они дали мне гирлянду, маха киртан устроили. And I said, I don't have any more. И я им сказала, у меня больше нету. And when they realized I didn't have any more, the next time they just treated me as an ordinary devotee. И когда они это поняли, в следующий мой приезд со мной обращались как с обычной преданной. Or I remember I was visiting one temple. Помню, как-то я приехала в один храм.
I was very obviously a guest. Очевидно, я была гостьей. And for 10 days nobody said hello. 10 дней со мной даже никто не здоровался. And on the 11th day during japa, на 11-й день за джапой, one of the leaders comes up to me and says, "We need somebody to make garlands." Лидер, один из лидеров подошел ко мне и сказал, нам нужен кто-то сделать гирлянды. And I said, maybe you can first say, Harvey Bowl, what is your name? Ну, я сказал ему, может быть, можно было бы начать, Harvey Bowl, как вас зовут? We have one devotee who does research on temples every year. У нас есть один преданный, который проводит исследования по храмам ежегодно. How do they answer the phone? Как они отвечают на телефон? And how do they receive guests? Как они принимают гостей? So do we only receive the VIPs nicely? Только ли мы хорошо встречаем VIP гостей? And we neglect everybody else. И пренебрегаем остальными? I remember once I was in a Bhagavatam class. Помню однажды на лекции по Бхагаватам. And it was very hot. Было очень жарко. So they brought in a fan. Они принесли вентилятор. But they only put it on the speaker. Но они направили его на колонку. And all of the devotees, they were also hot. А всем преданным тоже же было жарко. So that is this problem. И вот это как раз такая проблема. Wanting to accumulate more wealth and opulence than is needed for service. Желание накопить больше богатств, чем требуется для служения. This is also a very big one. Вот это большая проблема. We see this a lot. Такое мы часто видим. Wanting to win arguments instead of establish truth. Желание победить в споре вместо того, чтобы установить правду. So twisting logic instead of relying on the scriptures. Так что пользоваться, подстраивать логику вместо того, чтобы полагаться на Писание. This one is also quite common. Это тоже довольно частое явление. Artificially taking up the dress of a renunciate for prestige. Искусственным образом надевать на себя одежды отрешенного человека ради престижа. So in the 1970s and 80s, we had many people who took sannyas prematurely. В 70-х, 80-х было много людей, которые преждевременно приняли саньясу. Today we see it as people artificially in the brahmachari ashram. Сегодня мы видим искусственных брахмачари. Just for prestige. Они делают это ради престижа. Okay, this is the Parinistha Sadhaka. И вот это Паринистха Садхака. This is most devotees. Таковы большинство преданных. They're not in a renounced ashram. Они не в отреченном ашраме. And they're following all of the etiquette and principles of Varnashram in the world. Они следуют этикету и принципам Варнашрама в мире. And here we have Radha Krishna maintaining them through the briefcase. И здесь мы видим, что Рада и Кришна поддерживают их через чемоданчик. So they can bathe in donkey urine while pretending to be very strict and actually maintaining many material attachments. И они принимают омовение в ослиной моче, делая вид, что строго следуют высоким стандартам, а на самом деле не делая этого, имея материальные привязанности. This one is also very common. Это тоже частый случай. This is preferring the association of the non-devotees. Это предпочитать общество непреданных. So here we have symbolized the karmis, the gyanis, and the yogis. Вот здесь у нас изображены карми, гьяни и йоги. And here's this devotee. He's like, I don't have any place here. А вот этот преданный думает, мне здесь не место. So recently I was in one city where some devotees were in charge of about 5 restaurants. Недавно я была в одном городе, где преданные руководят 5 ресторанами. And I said, oh, so you're distributing prasadam. Я сказала, о, вы распространяете просад. They said, no, just vegetarian. Они сказали, нет, просто вегетарианская еда. Why is that? Почему же? Oh, too much trouble to have devotee cooks. Это слишком проблематично иметь преданных поваров. Why is that? Почему же? Oh, you know, they want to go to India for Kartik.
Ну, вы знаете, они хотят съездить в Индию на Картику. And when it's Narottama Das Thakur's appearance day, they don't come to work. А когда день явления Narottama Das Thakur, они не являются на работу. They say, oh, you understand, I was home having bhajans. И, ну, вы понимаете, у них там домашний баджан. So we prefer the non-devotees. Так что мы предпочитаем непреданных. Then we have the Nirapeksha Sadakas. И еще Нирапекша Садаки. These are the Brahmacharis, Vanaprastas and Sannyasis. Это Брахмачари, Ванапрасты и Саньяси. So they bathe in donkey urine when they think, because I am in a renounced ashram, therefore I am a more advanced devotee. Они думают, но поскольку я в отреченном ашраме, я более продвинутый преданный, таким образом принимают омовение ослиной мочой. When they disrespect people who are not in the renounced ashrams. Также не уважая людей, которые не находятся в отреченном ашраме. We had a very big problem with this in the 1970s and 80s. В 70-х, 80-х у нас была с этим огромная проблема. Especially in 1975 and 76. Особенно в 75-м, 76-м годах. You can read about it in Srila Prabhupada Lilamrita. Вы можете почитать об этом в Srila Prabhupada Lilamrita. But it still goes on a little bit today. Ну, это немножко и сейчас продолжается. Mistreatment of families, women and children. Плохое обращение с семьями, женщинами, детьми. Collecting more than is needed for service. Собирать больше, чем требуется для служения. This is a very big one. И вот это большая проблема. Goes on in all religious organizations. Случается во всех религиозных организациях. In the name of preaching, just trying to attract the opposite sex. Пытаться привлечь противоположный пол во имя проповеди, притворяясь, прикрываясь проповедью. This one also can become institutionalized. Вот это тоже может стать как институтом, сказать. Neglecting one's sadhana in order to flatter materialistic people to get money. Пренебрегать садханой, чтобы получить деньги от материалистичных людей. You know, sometimes even the leaders will say, oh, you don't need time to read Prabhupada's books. It's more important that you collect money for the temple. Иногда даже лидеры говорят, ну, не так важно читать книги Шрилы Прабхупады, лишь бы вы собирали деньги для храма. This is any time we sacrifice our principles to make money. Каждый раз, когда мы жертвуем принципами, соблюдением принципов про то, чтобы собрать деньги. For many years there was one temple that in order to make money they were renting part of their building to a gambling casino. Был один храм, который ради сбора денег на протяжении лет сдавал часть помещения под казино. This is very common. Вот это обычное дело. Externally doing bhakti, but internally meditating on materialistic things. Внешне заниматься бхакти, а внутри медитировать на материальные вещи. Just like Hare Krishna, I don't have enough money. Hare Krishna, I need a new car. Hare Krishna, there's a very pretty girl. Hare Krishna, у меня не хватает денег. Hare Krishna, хочу новую машину. Hare Krishna, о, симпатичная девушка. This is a very difficult one to illustrate. Вот такую иллюстрацию было сделать очень сложно проиллюстрировать. Because it's not a gross problem, it's a subtle problem. Потому что это не женская проблема, а проблема саду. And we've illustrated this as gross neglect, but it's really subtle neglect. И мы проиллюстрировали это в виде такого грубого пренебрежения, хотя на самом деле это тонкая вещь. This is somebody who's focused on the externals. Это человек, который сосредоточен на внешних вещах. I've got perfect tilak. У меня идеальная тилака. Iron saffron silk. Глаженный шелковый шафран. I know all the mudras. Знаю все мудры. Perfect pronunciation. Идеальное произношение. But I've lost the devotion. Но преданность потеряна. Now here you see there's a box in the front. Здесь, как вы можете видеть, на переднем плане коробка. You can see the box, it has a lock on it. Видите, на ней замок. Can you tell me what is in the box? Вы видите, что в этой коробке? Hearts. Hearts. Yes. Hearts. Some devotees thought they were cookies. Некоторые преданные решили, что там печенье. So this is doing all the activities of bhakti without the attachment and the emotion for Krishna.
это совершать действия в бхакти, не имея любви и преданности Кришне. So can anyone tell me what is there in common among all of these different ways of bathing in donkey urine? И может ли кто-то сказать мне, чего же общего во всех этих примерах омовения в ослиной моче? Consciousness is somewhere else. Сознание находится в другом месте. Anybody else? Еще кто-нибудь? Мотив. Разный мотив. Different motives. Мотивы не те. Lack of sincerity. Нет искренности. It's self-deception. Yes, very much self-deception. Okay, would you like... People only do it for themselves. Yes. Делают для себя все. Would you like me to tell you my own donkey urine story? Хотите услышать мою историю омовения в ослиной моче? It's a little embarrassing. Это неловко. I hope it will help you. Я надеюсь, это вам поможет. So for many years I was a Gurukul teacher and I was in charge of Gurukuls. На протяжении лет я была учителем в Гурукуле, и я возглавляла ее. Almost 30 years. Почти 30 лет. And generally in our society the Gurukulas are not a very high priority. И, в общем, в нашем обществе гурукулы не стоят на первом месте. У них небольшой приоритет. So, when Prabhupada's centennial year, there was a lotus design. И вот на столетие Шрилы Прабхупады был дизайн в виде лотоса. And each petal was a different area of ISKCON. И каждый лепесток был разными сферами деятельности ISKCON. But there was no petal for education. Но не было лепестка образования. When the GBC established permanent committees, they did not establish an education committee. Когда GBC учредили постоянные комитеты, там не было комитета образования. After a few years, they did. Это случилось только через пару лет. In North America, the leaders came up with a list of 17 important activities of ISKCON. В Северной Америке лидеры составили список из 17 важных областей деятельности ISKCON. None of them were education. И образования там нигде не было. So in the first temple where we ran a Gurukula. И вот в первом храме, где мы организовали Гурукулу. They had a big fundraising drive, big fundraising project. Там был большой проект сбора средств. And they had displays about everything going on in the temple. И у них была такая выставка, презентация, что же происходило в храме. There was a whole display about deity worship. Там было поклонение божествам. About prasadam distribution. Распространение просада. About book distribution. Распространение книг. And about the Gurukula. И Гурукула. And they collected $100,000. И они собрали $100,000. How much money do you think they gave to the Gurukula? И как вы думаете, сколько денег перепало Гурукуле? Nothing. Ничего. So I developed a very interesting attitude. И у меня развилось вот такое отношение к делу. Because Srila Prabhupada said that Gurukula is our most important project. Потому что Srila Prabhupada говорил, Гурукула наш самый важный проект. So I thought, I am devoted to Srila Prabhupada's most important project. И я думала, я преданная самого важного проекта для Шрилы Прабхупады. And people should be giving their money and their time to the Gurukula. И люди должны посвящать свое время и деньги Гурукуле. They shouldn't be spending so much money on temples. They should be spending it on the Gurukula. Они не должны тратить столько денег на храмы, они должны тратить их на Гурукулу. Now that's true. И это правда. They should be. Так и нужно делать. But I had an attitude about this. Но у меня было вот определенное такое отношение, мнение. That this was my dedication. Что я посвящаю себя этому. I thought this was the most beautiful thing about my devotional service. Я думала, что это лучшее, что есть в моем преданном служении.
I thought, okay, I'm going to Mangalarti, but everybody's going to Mangalarti. Я думала, ну, я хожу на Мангаларти, но все это делают. At least in those days, everybody went to Mangalarti. По крайней мере, в те дни все ходили на Мангаларти. I'm chanting my rounds, but everybody's chanting their rounds. Я повторяю круги, но и все это делают. But I'm dedicated to Prabhupada's most important project. Но я посвятила себя самому важному проекту для Шрилы Прабхупады. And they should be giving the money and the good people to the Gurukula. И они должны давать деньги и давать хороших людей для Гурукул. Now, how do you think I experienced this dedication? What do you think it felt like? И вот как вы думаете, как я испытывала вот свое посвящение этому делу? Каково мне было? Какие были мои чувства? No, I'm talking about a sensation. Вы были горды? Нет, я и вот именно чувства, именно как через органы чувств. A sensation. Вот органами чувств, вот что я воспринимала. How would I describe the way I felt? Как бы я могла описать свои чувства, что я чувствовала? Disappointment. Did it burn you? Yes, yes, yes. Да, Прабху сказал правильно, сгорело. Это жгло меня. I felt it was a fire. Я чувствовала, будто это пожар. I would say that. I'd say I have a fire. Я так и говорила, у меня пожар. I thought it was a fire of dedication. Я думала, что это был пожар самопредания. You understand? Понимаете? Everybody understand? Кто-нибудь понимает? And if you had told me, oh, you are proud, I would not have listened to you. И если бы мне кто-то сказал, что я горжусь, я бы и не послушала. Okay? Got that so far? Пока понятно? Do you think I was very happy? Думаете, я была счастлива? I thought I was very happy. Я думала, что я была очень счастлива. Okay. So one day I had a conversation with Krishna. И вот однажды у меня состоялся разговор с Кришной. I said, Krishna, you have taught me so many things. Я сказала, Кришна, ты так многому меня научил. Through suffering and difficulty. И учил ты меня страданиям через страдания и сложности. Good things. Это хорошо. How many of you have learned something wonderful through suffering? Как многие из вас научились чему-то хорошему, перестрадав? So I said, you know, Krishna, you're a very good teacher. Я сказала, Кришна, ты очень хороший учитель. Why don't you try a different teaching method? Почему бы тебе не попробовать другой метод преподавания? Why don't you try teaching me through ecstasy? Научи меня через экстаз. And I said, I promise you that I will listen. Я сказала, обещаю, я послушаюсь. So then there was a big project to build the Mayapur temple. И потом появился огромный проект построить храм в Майяпуре. This is a long time ago under Harikesh, not the present temple. Это было давно, еще под этим руководил Харикеш, не нынешний храм. So I was invited to write the text for an encyclopedia of Krishna consciousness. И меня пригласили написать текст для энциклопедии сознания Кришны. In order to raise money for the temple. Чтобы собрать деньги на храм. Oh, and it was ecstasy. Это был экстаз. It was Urmila's perfect service. Это было идеальное служение для Урмилы. Like somebody had custom designed a service for my nature. Как будто бы кто-то специально разработал служение по моей природе. Lots of research, and I love research. Столько исследований, я люблю это делать. And it was all about Krishna and Prabhupada. И это все было про Кришну, про Прабхупаду. And it was challenging. И там был некоторый вызов. I had to take very difficult ideas and put them into little boxes. Мне приходилось брать огромные идеи и размещать их в маленьких коробочках. Like you see in a museum or a zoo. Вы можете видеть это в музеях или в зоопарках. You probably never thought about that. Наверное, вы никогда не задумывались об этом. It's very difficult. Но это очень сложно. You know, if you have one letter too many, it doesn't fit. Если там хоть одна лишняя буква, то уже не влезет на табличку. And it was a beautiful place.
И место было такое красивое. Out in the country. В сельской местности. Wonderful prasadam. Чудный просад. Enlivening morning program. Такие чудные утренние программы. Great energy in the team. Много энергии в командной работе. The perfect mix of leadership and freedom. Идеальное соотношение руководства и свободы. I mean, it was wonderful. Было просто замечательно. So I did all the writing. Я писала, все писала. Except about the temple. Я писала все, кроме информации про храм. And then I was stuck. И вот тут я застряла. I couldn't write about collecting money for the temple. Я не могла писать о сборе средств на храм. And I didn't know why. И не могла понять почему. And I was loved the service so much that I wanted to figure out what the problem was. Но мне так нравилось это служение, что я хотела понять, в чем же проблема. I was so happy. I wanted to do it. Я была так счастлива, я хотела сделать это. But I couldn't. Но не смогла. And then Krishna showed me. И вот тут Кришна показал мне. This thing you think is so wonderful and purifying you. Вот то, что ты думаешь, является таким замечательным и очищает тебя. It's really just donkey urine. На самом деле это лишь ослиная моча. It's just pride and envy. Это гордость, зависть. So is that more clear? Стало более ясно. Do you understand? Понимаете? So how do we get free of this problem? И как же освободиться от этой проблемы? So Raghunath Das Goswami says we have to take the real bath. Raghunath Das Goswami говорит, что нам нужно принять настоящее омовение. And that bath is not in a little trickle of urine, but in a whole ocean. И мы не купаемся в струйке мочи, мы омываемся в океане. And this water of love is found at the feet of Gandharvika and Giridhari. И вот эти воды любви можно найти у стоп Гандхарвики и Гиридхари. This is our painting for this verse. Вот это наше изображение к этому стиху. So let's go through the process of how we do this. И давайте же пройдем по процессу, как это делается. And then I'm going to see if we can do a little fun exercise also. И посмотрим, может быть, мы сможем сделать одно веселое упражнение. So how do we bathe in the ocean of love instead of donkey urine? Так как же нам принять омовение в океане любви вместо ослиной мочи? So our biggest problem in all this is that we don't recognize that the donkey urine is donkey urine. Самая большая проблема в этом то, что мы не отличаем, мы не понимаем, что это ослиная моча. And if somebody tells us, we won't be able to hear them. И если кто-то говорит нам об этом, мы не способны услышать. I mean, I recently had this experience. Совсем недавно у меня был такой опыт. I came to know there was one brahmachari who was teaching classes about the grihastha ashram on a regular basis. Я узнала, что один брахмачари на регулярной основе дает уроки по грихастха ашраму. And he was even teaching classes just to the ladies about how to be a good wife. И он даже давал занятия одним женщинам, как быть хорошей женой. And I said, you don't know anything about this topic. Я сказал, Прабу, вам вообще ничего не известно по этой теме. And it's not proper. И это вообще не подобающе. He said, if you want to teach this topic, you have to get a wife first. Я сказала, если вы хотите преподавать это, сначала обзаведитесь женой. And he just said, no, it's very needed. Он сказал, нет, в этом есть потребность. And no one else is doing it. И больше никто этого не делает. So I am making the sacrifice to do it. Поэтому я иду на такую жертву и делаю это. Or I met another devotee. He doesn't do any sadhana because he's taking care of the cows. Или я встречала другого преданного, который не соблюдал никакую садхану из-за того, что заботился о коровах. I said, Prabhu, you have to save yourself. Я говорю, Прабу, вы должны себя спасти. He said, oh, these devotees who do sadhana, they are not really dedicated. И он говорил, ну все эти преданные, которые следуют садхане, они не предавшиеся.
And you want to take care of the cows, you have to do it 12-14 hours a day. Когда вы заботитесь о коровах, вы это делаете круглые сутки. You don't have time to chant Hare Krishna. И нету времени повторять Хари Кришна. So we take, Bhaktivinoda says, we take this donkey urine that's burning us, and we think, oh, this is a wonderful bath. И вот Бхактивинода говорит, мы принимаем омовение в остынной моче, которая жжет нас, и думаем, о, какой замечательный душ. It is purifying me. Он очищает меня. So because this is the problem, и поскольку вот это является проблемой, we will not be able to find our donkey urine places with our mind. Собственным умом мы не сможем найти эту остынную мочу. You cannot search with the mind to find out where we have this problem. Вы не можете использовать свой ум в поисках, где же находится эта остынная моча. You have to go to the feet of Gandharvika Giridhara. Вам нужно пойти к стопам Гандхарвики и Гиридхары. And at their feet you have to take a bath. И возле их стоп вы должны принять омовение. So looking at the Bhagavad Gita, we can analyze this as four steps. И если заглянуть в Бхагавад-гиту, можно провести анализ из четырех шагов. First, you have to ask to see the truth. Сначала вы должны попросить, что вы хотите увидеть правду. This is what Arjuna did. Это то, что сделал Арджуна. I'm your disciple, show me the truth. Я твой ученик, покажи мне правду. You have to ask for Krishna to reveal. Вы должны попросить Кришну, чтобы он проявил. Now, we don't want to see the truth. Мы не хотим видеть правду. So we need courage. Нам нужна смелость, мужество. We're afraid if I see the truth, it will require some surrender that I'm not willing to make. Мы боимся, если я увижу правду, это потребует самопредания, на которое я не готов. Is that clear? Это понятно? So we all come to Krishna consciousness. I want the absolute truth. Мы все приходим такие в сознание Кришны. Хочу абсолютную правду. Okay. Would we like to know the absolute truth about ourselves? Ну хорошо, а тогда готовы ли мы узнать абсолютную правду про нас самих? That is a very interesting question. Это очень интересный вопрос. So ask Krishna, show me truth and give me courage. Так что просите Кришну, покажи мне правду и дай мне мужество. Courage means the willingness to face what is evil or difficult. Мужество — это увидеть лицом к лицу зло или сложности. Give me truth and courage. Дай мне правду и смелость. Show me the truth. Покажи мне правду. Next step, Krishna shows you. Шаг второй, Кришна показывает вам. He reveals. Он проявляет это. What does he reveal? И что же он проявляет? If you think, what did Krishna reveal to Arjuna? Если задуматься, что Кришна явил Арджуне? He showed himself. Он сам себя показал ему. He showed all of his opulences. Он показал все свои богатства. All of his glories. Свою славу. He also showed what is Maya. И он также показал, что является Майей. He showed, here is the real nature of God, and here is the real nature of Maya. Вот истинная природа Бога, вот истинная природа Майи. Prabhupada says, you see the naked form of material desires. Прабхупада сказал, можно увидеть обнаженную форму материальных желаний. So second step is Krishna reveals. Так что на втором этапе Кришна проявляет. Third step, we choose. Шаг третий, мы делаем выбор. What happened at the end of Bhagavad Gita? Что случается в конце Бхагавад Гиты? What происходит? Does Krishna say to Arjuna? Что Кришна говорит Арджуне? Do whatever you wish. Yes, now you do whatever you like. Делай, что хочешь. Actually, I met one Indian man who told me that was his favorite verse in the Bhagavad Gita. Я встречала одного мужчину, который сказал, что это его любимый стих из всей Бхагавад Гиты. He says, I follow that verse all the time. Он сказал, вот тому я всегда следую. Where Krishna says, now you do whatever you like. Кришна говорит, делай, что хочешь.
So the third step is we choose. Так что третий шаг – это выбор. Now, please listen very carefully. Пожалуйста, послушайте очень внимательно. This does not mean aversion to Maya. Это не какая-то версия Майи. Because sometimes Krishna will show you a problem. Иногда Кришна показывает вам проблему. You'll be doing some service. Вы будете выполнять какое-то служение. And Krishna will say, "You're just doing this out of envy." И Кришна покажет вам, вы делаете это из зависти. Does this happen to you? Такое бывало? And then if you say, no, I don't want that. Если вы говорите, не, не хочу этого. That's not choosing. Это не выбор. So you can think of it like this. Если вы будете думать об этом так. So this is a true story. Это правдивая история. So this one woman had a friend of hers visiting. A woman had a friend of hers was visiting. К одной женщине в гости приехал друг или подруга. And the friend wanted to borrow the woman's purse, her handbag. И вот эта подруга хотела одолжить у нее сумочку. One of those very expensive ones, you know, ну, вы знаете, like Gucci or Louis Vuitton. Из тех дорогих, которые Gucci, Louis Vuitton. And then maybe a week later, the bag broke. И, может быть, через неделю сумочка сломалась. And when the woman took it to get repaired, they said, "This is an imitation." И когда женщина отнесла ее в ремонт, ей сказали, это подделка. Then she could understand that her friend had switched it. И она поняла, что ее подруга подменила сумочки. And when she went to her friend and said, "You stole my bag." И когда она пошла к подруге и сказала, ты украла мою сумочку. The friend just said, "Oh, I didn't want to hurt you. I just needed the money." Она сказала, я не хотела тебя обидеть, просто мне нужны были деньги. Would you be satisfied with that? Вас бы удовлетворил такой ответ? So when Krishna says, you have this problem, и когда Кришна говорит, вот у вас такая проблема, then we say, no, I don't want that. А мы говорим, да нет. That's not choosing. Это не есть сделать выбор. That's denying. Это отрицание. Do you all understand that? Понятно? Is that clear? Ясно вам? In order to choose, you have to look at it and admit that you are doing it. Чтобы сделать выбор, вы должны взглянуть на это и признать, что вы это делаете. Wow, Krishna is really nice. Кришна правда добр. And I'm doing this. Кришна такой хороший, а я вот такое делаю. I'm doing this. Я правда это делаю. And I like it. И мне это нравится. I think it's wonderful. Мне кажется, это замечательным. I'm doing this. You have to see it. Вы должны правду увидеть. Now something happens at that time. В этот момент кое-что происходит. So Maya starts talking to you. С вами начинает разговаривать Майя. You can also see this in the Bhagavad Gita. Вы также можете найти это в Бхагавад-гите. Arjuna had so many reasons not to surrender. У Арджуны было столько причин не предаваться. I'll be sinful if I fight this war. Если я стану сражаться, я совершу грех. I'll destroy society. Я разрушу общество. So many terrible things will happen. Столько ужасов произойдет. I heard this from the authorities, Krishna. Я слышал это из авторитетных источников, Кришна. This, I will destroy society. I will go to hell. Я разрушу общество, пойду в ад. And you're telling me to do booty yoga? А ты говоришь мне заниматься бутхи йогой? I can't do booty yoga if I'm fighting a war. Я не могу делать это, если я сражаюсь на войне. And it's too hard. И это слишком тяжело. My mind is like the wind. Мой ум подобен ветру. I will fail. Я потерплю неудачу. And I will have given up my material life. И я потеряю свою материальную жизнь. And then I won't have material life or spiritual life. И тогда у меня будет ни материальной, ни духовной жизни. These are the arguments Maya will give us. Вот такие аргументы приводит Майя. When Krishna is showing us, когда Кришна показывает нам, Maya will say, "That's too hard." Майя скажет, "Но это слишком сложно." You can't do that. Ты не можешь. You've tried before and you failed. You won't be able to do that. Ты уже пробовал, потерпел неудачу. Ты не сможешь это сделать. Don't worry about it. It'll go away. Just keep chanting.
Да не бойся, это все само пройдет, просто продолжай воспевать. Если ты сейчас делаешь вот такой выбор, столько кошмара произойдет. This is bad, but you need it. Да, ну это неправильно, но оно же тебе нужно. So that is the choice. И вот таков выбор. And when you say, I don't care, I'm choosing Krishna. И когда вы говорите, мне все равно, я выбираю Кришну. I don't want this donkey urine anymore. Я больше не хочу этой ослиной мочи. I want Krishna. Я хочу Кришну. Fourth step. Шаг 4. Whatever you choose, Krishna gives you. Что бы вы ни выбрали, Кришна даст вам это. Whatever you don't choose, he just takes it away. То, что вы не выбрали, Кришна отбирает. Just instantly. Мгновенно. I want to see if we can do a little activity. Мне бы хотелось кое-что сделать с вами. But this is a little difficult. Но это немножко сложно. Remember we did the two circles with Narayan and Krishna? Помните, у нас было два кружка с Нарайаной и Кришной? Remember that? Yes? Да. Yes? Да. Yes. Okay. So I want to do this again. With the mind and revelation. Я хочу повторить это с умом и откровением. But if you say to a devotee, what is the problem you have to take care of? Если вы скажете преданному, какую проблему вам нужно уладить? They may try to figure it out with their mind. Преданный может попытаться понять это своим умом. I think I have this problem. По-моему, у меня вот такая проблема. And I have this problem. И вот еще вот это. And I'm struggling with this. У меня борьба вот с этим. Okay, but Raghunath Das Goswami doesn't tell his mind to try to figure this out. Но Рагунат Дас Госвами не говорит своему уму, чтобы он пытался разобраться во всем. He says, my dear mind. Actually, he doesn't say my dear mind. He's very heavy. He says, you rascal mind. Он говорит, мой дорогой ум. Нет, вот здесь он говорит жестко, мой негодный ум. Just take a bath at the feet of Gandharvika and Giridhari. Просто прими омовение у стоп Гандхарвики и Гиридхари. I could never have figured out that problem with my mind. Мне никогда не удастся увидеть свою проблему умом. Because I thought it was my dedication to Prabhupada's mission. Потому что я думала, что это была моя преданность миссии Шрилы Прабхупады. My mind would never have revealed it to me. Мой ум никогда бы не показал мне эту проблему. I needed Krishna to reveal it to me. Мне нужен был Кришна, чтобы он показал ее мне. So there are some things the same about getting insight from the mind than from Krishna. И есть общие вещи, получить какое-то откровение от ума и от Кришны. And some things that are very different. И есть некоторые вещи совершенно отличные. So if you could please work in groups according to who has some paper and a pen. Так что если вы опять будете работать в группах вокруг человека, у которого есть ручка и бумага. Again, two circles. Снова два пересекающиеся круга. Seeing our donkey urine with the mind. И пытаться увидеть ослиную мочу умом. Our donkey urine from revelation. Или увидеть ее через откровение. What is the same? Что общего? Goes in the middle. Посередине. And what is different on the sides? А то, что разное по сторонам. Can you take, do this 5 minutes? 5 минут. Вы все понимаете откровение, то есть то, что приходит от Кришны, а не от ума. So I think we'll just do this one verse today. Я думаю, сегодня мы пройдем только этот один стих. Tomorrow we'll do 3, and then on Saturday we'll do 3 verses. Завтра 3 и потом еще 3. So tomorrow we'll do the last obstacle. Завтра мы поговорим о последнем препятствии. And then the entering the turning point into perfection. И потом мы достигнем поворотного момента к совершенству.
Does anyone have any questions or discussions on this verse? У кого-нибудь есть вопросы или хотите что-то обсудить по этому стиху? So, what is there in common? They're both personal. То и другое личные вещи. I think anybody have. Well, let me ask everyone else. What Давайте did you find in common? Спросим у всех, чего, что общего вы нашли? Yes. Первое общее, то что ни в том, ни в другом есть стремление к счастью, лучшему. Есть стремление к счастью. There is striving for the best, for happiness in both. И второе общее, то что и то и другое происходит в сознании. It all happens inside our consciousness. Я увидел, что как бы первый, второй вариант, то может случаться, когда, то есть, мы хотим сильно практиковать, то есть, когда мы сильно практикуем, то есть, это может случиться никогда, то есть, у нас такой регресс идет. И то и другое случается, когда мы хотим прогрессировать. Both happen when we want to develop, to we practice well. Both can lead to actions. It goes into our intelligence. Can you repeat that in Russian so everybody can hear what it says? И то и другое приводит к каким-то действиям. Это идет в наш разум. Both happen when we have a question and we are determined to have an answer. И в том и в другом случае мы получаем ценный опыт. Invaluable experience in both cases, бесценный опыт, и да, в обоих случаях у нас есть вопросы, мы полны решимости получить ответ на него. Is that okay? Any questions or discussion on this verse? Вопросы, обсуждения? One of the points was to do bhakti, not being attached to it. So, what is there to do on early stages in devotional service? So, when there is no true attachment. Well, but this is verse 6 on the path. Это шестой стих на нашем пути. This is not verse 1. Это не первый. So this is not a verse about the beginning stages of bhakti. Этот стих уже не относится к начальным стадиям бхакти. I mean, someone who comes to this point is quite an advanced devotee. Тот, кто доходит до этого места, уже продвинутый преданный. And a very happy devotee. И счастливый. Once you're swimming in this water of love at the feet of Gandharvika and Giridhari. Когда вы начинаете плавать в океане любви у стоп Гандхарвики и Гиридхари. It's like your whole life is just full of happiness. Будто бы вся жизнь исполнена счастьем. Of course, you could come to this point very quickly. Конечно, можно быстро достигнуть этого места. There's not a rule that it has to take a long time. Нету никакого правила, гласящего, что на это потребуется много времени. But generally, usually, not always, no. You would go through the first steps first. Но обычно, как общее правило, сначала вы пройдете через более ранние шаги. How can we be absolutely sure where the answer comes from? Is it the mind or is it revelation? Как мы можем быть абсолютно уверены, откуда пришел ответ, из ума или из откровения? Can you tell the difference between chemically flavored juice water and fresh squeezed, ripened on the tree fruit juice? Вы чувствуете разницу между сладкой водой с искусственной вкусовой добавкой и натуральным соком свежевыжатым? We all have the ability to recognize something that's authentic. Мы все способны увидеть, если что-то является истинным, неподдельным. And also, it's not going to contradict Guru, Sadhu, and Shastra. Но и безусловно, это не
будет идти вразрез с гуру, садху, шастрами. We talked about this yesterday with the thieves. Мы говорили об этом вчера в разговоре о ворах. How do I know I'm pleasing Krishna? Как я могу понять, что удовлетворяю Кришну? It's really a very similar answer. Ответ очень похожий. So you know it's Krishna when it's in line with the shastra. Вы знаете, что это Кришна, когда это согласуется с шастрами. When it fills you with knowledge. Когда это наполняет вас знанием. With purity. Чистотой. With happiness. Счастьем. When it feels very authentic. Когда вы чувствуете подлинность этого. I mean, an ocean of love is pretty dramatic. Ну, океан любви — это такое большое сравнение. It's not subtle. Это не тонкое сравнение, но такое сильное. It feels like that. Именно так и ощущается целый океан. The mind doesn't do that. И ум на такое не способен. The mind is just, oh yeah, I figured it out. Okay, yeah, that's right. Ум такой, о, до меня дошло, точно, верняк. But when it's Krishna, it's like... Но когда это от Кришны, такое чувство, о. There'll be some grieving also. Также будет некоторое горе. When it's Krishna. Когда это идет от Кришны. Because he's going to show you that you were bathing in donkey urine, thinking that it was nectar. Потому что он покажет вам, что вы моетесь ослиной мочой, еще и думаете, что это нектар. And maybe doing it for a very long time. И, возможно, это происходит уже долгое время. It's a little embarrassing. Это очень стыдно, неловко. It's sad. И печально. You may cry. Можете и плакать. It's very deep. Это очень глубокая вещь. Иногда ум говорит, вам не делать этого, потому что после этого можно упасть еще хуже. Exactly what Arjuna said in the 6th chapter of the Bhagavad Gita. Вот именно это Арджуна сказал в 6 главе Бхагавад Гиты. He said, if I try to practice this yoga, I'll just fall down and I'll be worse off than when I started. Он говорит, что если я стану участвовать в войне, я кончу еще хуже, чем не участвую. That's what he said in the first chapter too. И в первой главе то же самое. He said, if I fight this war and win, it'll be worse. Он говорит, если я буду сражаться и держу победу, будет только хуже. I would have killed my whole family. Окажется, что я убил всю свою семью. Then I'll have a beautiful palace. И у меня будет прекрасный дворец. But I won't have anybody to show it to. Но некому показать его. Then what's the point? Какой же смысл? Okay, if it comes from the mind, если это идет от ума, that might be a problem. Это может оказаться проблемой. But if it's coming from Krishna, но если это идет от Кришны, Krishna will never ask you to take a step that you're not ready to take. Кришна никогда не попросит вас сделать шаг, к которому вы не готовы. He's a very good teacher. Он прекрасный учитель. Perfect. Совершенный. I'm a fallible teacher. У меня изъяны, как у учителя. I might ask you to do something you're not ready to do. Я могу попросить вас сделать что-то, к чему вы не готовы. And then I have to say, forget it. И потом я скажу, забыли. But Krishna doesn't have that problem. Но у Кришны нет такой проблемы. So if it's Krishna, you're ready. Если это от Кришны, вы готовы. If it's your mind, then who knows? Если это ваш ум, то как знать? Now, Bhaktivinoda has this book called Bhakti Loka. У Бхактивинода есть книга Бхакти Лока, which is a commentary on verses 2 and 3 of the Upadesha Amrita. Это комментарий к стихам 2 и 3 Упадеша Амрита. And one of my favorite sections anywhere in any of his books is the section in that book on Niyamagraha. И
моя любимая часть вообще во всех его книгах, комментариях, это то, что он говорит о Ниямаграхе. Now there he says that you will fall down if you go either too slow or too fast. Там он говорит, вы упадете, если будете идти слишком медленно или слишком быстро. So we worry a lot in ISKCON about going too fast. В ISKCON мы часто волнуемся о том, чтобы двигаться слишком быстро. But we should also worry about going too slowly. Но мы также должны опасаться медлить. You know, people who take 30 years and they're still not initiated. Люди, которые спустя 30 лет так и не получили инициацию. Somebody who wants to get married, but they're 53 and they still haven't found the right person. Кто-то хочет жениться, вот уже 53, а нужного человека так и нету. You looking for God? I mean, вы что, ищете Бога? Ну, что такое? You know, it's just to take the next step of commitment. Сделайте следующий шаг, посвятите себя, возьмите обязательства. And it's very interesting that Bhaktivinoda Thakur says that as we go up the steps, the rules change a little bit. И интересным образом Бхактивинода Такур говорит, по мере того, как мы совершаем шаги, правила меняются. And if we're attached to the rules of the previous step, he said those will act like chains around our feet. И он говорит, что если мы привязаны к более ранним правилам, они станут цепями на наших ногах. And Prabhupada quotes that. И Прабхупада цитирует это. I mean, I've several times met devotees who were having this burning sensation because they were acting below their level of advancement. Несколько раз я встречала преданных, которых жгло изнутри из-за того, что они действовали на уровне ниже, чем на самом деле был их уровень. So, you know, we don't want to jump ahead too fast. Мы не хотим прыгать через ступеньки. But when Krishna says, it's time. Ну, когда Кришна говорит, время пришло. Next step. Шагай. Следующий шаг. So I also like to say how Krishna has different ways of calling for his cows. Я также люблю рассказывать, что Кришна по-разному зовет своих коров. So how does Krishna call for his cows? Как же Кришна это делает? He plays his flute, no? He also calls them by name, yes? Он также зовет их по имени. What else? How else does he get his cows to go from one place to another? Как он призывает коров пройти с одного места в другое? He has a stick. У него есть палка. And he has a rope. И веревка. Okay, so he calls them by name. Так что он зовет их по имени. You know, Krishna has japa beads. Вы знаете, что у Кришны есть четки. You know that, right? It's знаете, что это есть в Кришна-буке. But his beads are made out of jewels. Но его четки из драгоценных камней. And he doesn't chant the Hare Krishna mantra on his beads. И он не повторяет на них Hare Krishna Mahamantra. Lord Chaitanya does, but Krishna doesn't. Господь Чайтанья делает это, но не Кришна. Krishna chants the names of his cows. Кришна воспевает имена своих коров. Asti, Bavali. So he calls the cows on his beads. Так что он зовет своих коров на четках. And he has his flute. У него есть флейта. And then his buffalo horns a little louder. И рожок он погромче. Then he has his rope. И веревка у него. Then he has his stick. Палка. Don't wait for the stick. И не дожидайтесь палки. If you're praying, Krishna, please, I want to make advancement. Если вы молитесь, Кришна, пожалуйста, я хочу прогрессировать. No. Okay. Хорошо, хорошо. That was my Russian translation. Это был перевод. Add something to this question. You may add whatever you like. Yes. Sometimes it happens that we choose the service by ourselves. For example, I decided I will play mridanga on Broadway.
But it happens because maybe I have some shakti, or I'm a senior devotee, and nobody tells me just stop. You don't have to do this. Иногда мы сами выбираем себя служение, например, я решаю, что буду играть на мриданге на программе, и мы делаем это потому, что у нас есть шакти или мы сами старше преданные. So I choose, not devotees who just tell me, oh please, play mridanga. То есть я сам принимаю решение, они преданные говорят мне, давай играй на мриданге. And I'm starting to do that, and it's burning, yeah, as you said. Я начинаю это делать, и меня жжет изнутри, как вы говорите. And at some moment when I have an inquiry to Krishna and asking, oh Krishna, by the way, should I do this or not? И вот наконец-то я спрашиваю Кришну, а кстати, мне нужно это делать или нет? Couldn't it be like that Krishna can tell me you have to stop because you didn't ask anybody to do this? This was your personal desire. Может быть так, что Кришна скажет: остановись, тебе никто не велел этого делать, это было твое личное желание. We always have to either have permission or blessings. У нас всегда должно быть либо дозволение, либо благословение. We can have the initiative. Мы можем проявить инициативу. Krishna likes it when we take initiative. Кришне это нравится. But we need blessings. Но мы должны быть благословлены на. Now that doesn't mean you have to go through some complicated formal process for every single thing that you do. Это не значит, что ради каждой вещи, которую вы делаете, нужно пройти через там сложный процесс. I don't think your spiritual master would like it. Я думаю, что. If you were writing an email every 5 minutes. Я не думаю, что ваш духовный учитель оценит, если вы каждые 5 минут шлете ему письма. Can I brush my teeth now? Можно мне почистить зубы? Is it okay if I only have 2 chapatis? Ничего, если я только 2 чапати съем. I think he would get very annoyed. Я думаю, это будет его раздражать. But this is also a very individual thing. Но также это очень индивидуально. Because this is not just about this donkey urine is not a problem so much of external behavior. Вот эта ослиная моча это не столь проблема внешнего поведения. So for one person, just picking up the mridanga and playing it may be fun. Возможно для какого-то преданного нормально просто взять и играть на мриданге. And for another person, it may not be. А для другого нет. So if Krishna is telling you that this is not fine, если Кришна говорит вам, что это плохо, then it's something you need to attend to. То вы должны обратить на это внимание, поработать с этим. So revelation can say you know, you have to stop. То есть Кришна может сказать нет, прекрати. Usually revelation is about our motive. Обычно откровение из сердца касается нашего мотива. And our process. И процесса. Don't think first about what behavior has to change. Не думайте, что сначала должно поменяться поведение. Think about what needs to change in your mentality. Думайте о том, что должно поменяться в вашем умонастроении. Ask Krishna to reveal to you what needs to change in your mentality. Просите, чтобы Кришна показал вам, что вы должны изменить в своем умонастроении. Then if any actions need to change, that will become immediately obvious to you. Если какие-то действия должны измениться, это станет очевидно сразу. Krishna didn't want Arjuna to change his behavior. He wanted him to change his consciousness and his motives. Кришна не хотел, чтобы Арджуна поменял поведение. Он хотел изменения в мотивах, в сознании Арджуны. But sometimes your behavior may also change. Но иногда и ваше поведение изменится. I mean, if Krishna says, "Hey, Brahmachari, sir, the real reason that you want to teach these classes to just the ladies is lust." Если, например, Кришна скажет, ну, дорогой Брахмачари, ты хочешь преподавать эти занятия для женщин лишь потому, что испытываешь вожделение. Probably he should stop teaching those classes. Наверное, ему стоит прекратить это. But first he has to get rid of the internal problem. Но сначала он должен избавиться от проблемы внутри. Otherwise it'll just show up in another place. Иначе они вылезут в другом месте. Now we don't get rid of the internal problem. Мы не избавляемся от внутренней проблемы. We ask Krishna. Мы просим Кришну. He reveals. Он проявляет ее для нас. We choose. Мы делаем выбор. And he takes care of it. И он сам улаживает все. We can't take care of it. We don't have that power. Мы не можем этого сделать сами. У нас нет силы. But sometimes the behavior may not change at all. Но может оказаться, что ваше поведение вовсе не изменится. Or very slightly. Или совсем чуть-чуть.
So let's say Krishna reveals to you that, you know, you're very nice to people only when you think you can get something from them. Скажем, Кришна покажет вам, что вы милы с людьми только когда что-то хотите от них получить. That was the problem of, you know, giving special care to the rich people and ignoring the humble people. Это вот была та проблема, оказывать почтение богатым людям и игнорировать смиренных. So you're still going to be nice to the rich people. Но даже после этого вы все равно будете милы с богатыми людьми. You're not going to stop being nice to the rich people. Вы не прекратите делать этого. You're not going to say to them, I don't care if you have any money. Вы не начнете говорить, да, мне все равно, будь у вас там деньги. I don't care if you're the secretary of the treasury of the country. Мне все равно, если вы секретарь казначейства всей страны. Here is some halva for you. Вот тебе халавы. But you're going to treat everybody nice. Но вы будете со всеми хорошо обращаться. You're going to treat everybody with respect. Вы будете уважительны со всеми. So, but sometimes the behavior changes only a little bit. Иногда поведение меняется лишь чуть-чуть. Is that okay? Yes? Душ другой? So, when we truly see that it is donkey urine, what do we do? But these were choose. When we see it in other people again. Don't worry about other people. Не переживайте за других людей. Even if you're in charge of them. Даже если вы отвечаете за них. If they're your children or your students or your disciples. Если это ваши дети, последователи, ученики. You cannot point out somebody else's donkey urine. Вы не можете указывать на чужую ослиную мочу. It doesn't work. Не получится, так не работает. Good luck. Удачи. Let me know how it goes. Дадите мне знать, как все пойдет. You can't even see your own donkey urine with your mind. Мы даже собственную мочу не можем увидеть своим умом. Now you can do what I'm doing. Но вы можете поступить как я. You can convince people they should talk to Krishna about it. Вы можете убедить людей, что они должны побеседовать на эту тему с Кришной. That you can do. Вот это вы можете сделать. It's usually easier to do this in a group. Обычно проще сделать это в группе. Because I'm not talking about any of you. Потому что я не говорю ни о ком из вас конкретно. None of you have this problem. Ни у кого из вас нет такой проблемы. Only the people out there. Только вот каких-то там людей. So nobody's going to get offended. Так что никто не обидится. So, that's a little easier. Так проще. I mean, if you're talking to a particular person. Если вы говорите о каком-то конкретном человеке. Also, you want to be careful to think that you can see their problem. Также будьте осторожны, не думайте, что вы можете прямо увидеть его проблему. You may also be wrong. Вы можете ошибаться. You can understand in a general way they have a donkey urine problem. Вы можете в общем понимать, что у него есть проблема со слиной мочой. But what it is exactly, you may not know. Но что это конкретно, вы можете и не знать. They have to find out from Krishna. Человек должен сам узнать от Кришны. So you encourage them to do that. Так что вдохновляйте человека на этом. So I had two instances where very senior devotees came to me with a problem. У меня было два случая, когда очень старшие преданные пришли ко мне с проблемой. And with one of them it was 2 years. С одним из них это длилось 2 года. I said, ask Krishna to show you the truth. Я говорила ему, попроси Кришну показать тебе правду. I'm too scared, he said. Я слишком боюсь говорить. And then a few weeks later, Urmila, what do I do? И через пару недель, что мне делать, Урмила? Ask Krishna to show you the truth. Попроси Кришну увидеть правду. I don't want to. Я не хочу. 2 years. 2 года. And then finally the suffering was so intense. И наконец страдания достигли такой силы. Палка-палка. He said, ask Krishna. Я говорила, спроси у Кришны. Then he called me the next day. Он позвонил на следующий день. I see what it is. Я вижу, в чем проблема.
that's such a relief. Такое облегчение. And now I know exactly what to do. Я знаю точно, что делать. And I remember another very senior preacher. Я помню еще одного очень старшего проповедника. And he said, everything's become dry in my bhakti. Everything's become dry. Он сказал, что в моем теле все иссыхает. No taste. А, нет никакого вкуса ни к чему. Mm. So we went down all of the usual list of things. И мы прошлись по обычному списку проблем. Committing offenses. Оскорбления. Mixing bhakti with karma and gyan. Путать бхакти с кармой и гьяной. Being lax in his practices. Иметь какие-то упущения в практике. None of those things. И ничего этого не было. Then I said, probably you are acting below your level of advancement. Я сказала, скорее всего, вы действуете ниже уровня своего развития. And immediately, yes, that's it. Да, это оно. I said, then you have to ask Krishna, what is the next step? Тогда вы должны спросить у Кришны, какой следующий шаг. No, I'm not going to do that. Нет, не стану. Maybe he'll tell me something scary. Может быть, он что-то страшное мне скажет. This went on for maybe a month. Это продолжалось, может быть, месяц. Then he said, "You tell me what it is." Он сказал, вот вы скажите мне, что делать. So I don't know what your problem is. Я не знаю, что, какова ваша проблема. I said, "You have to ask Krishna." Спросите у Кришны. He said, "You ask Krishna." Он сказал, вы спросите у Кришны. So finally, I said, "Okay." Наконец я сказала, хорошо. So I was praying to Girirāj. Я молилась Гирираджу. And then I said, I think it's this, but I'm not sure. Я сказала, вот кажется вот это, но не уверена. And he said, no, it's not that. Он сказал, нет, не то. So I told you, you have to ask Krishna. Но я же говорила, вы сами должны спросить у Кришны. And again, finally he was suffering so much. И вот опять он дошел до таких страданий. Okay, I'm going to ask Krishna. Хорошо, спрошу у Кришны. And then he said, you were right. Он сказал, вы были правы. He said, but it was worse than what you told me. Но на самом деле было еще хуже, чем вы сказали. He said, it was really bad. Правда, было плохо. Now that it's gone, I'm such a relief. И теперь, когда все прошло, такое and облегчение. I'm so happy. Я так счастлив. And now I know exactly what to do. И теперь я точно знаю, что делать. That's how it works. Вот так это действует. So you can encourage people to do that. Так что вдохновляйте людей сделать это. And be patient. Будьте терпеливы также. You may have to encourage them for a long time. Возможно, вам придется работать с ними долгое время. One day they'll get the courage. Но придет день, они наберутся мужества. And then they'll think, oh, that was fun. И они потом скажут, было весело. It's fun to go swimming in the ocean of love at the feet of Gandharvika and Giridhari. Так здорово плавать в океане любви у стоп Гандхарвики и Гиридхари. Better than the Black Sea on a hot day. Лучше, чем Черное море в жаркий день. But you can't just tell people, does it? Но вы не можете напрямую говорить людям. So tomorrow we'll do the last obstacle. Завтра мы поговорим о последнем препятствии. And then we'll go into perfection. И перейдем к совершенству. So we just have three books left, if anybody wants one. У нас осталось три экземпляра книги, если кто-то желает. Raghunath Das Goswami ki. Bhaktivinoda Thakur ki. Shrila Prabhupada ki.